что за стрельба? Ты там живой? Живой! Решил не играть в скрытность. Копировала план. Сейчас буду. Попробуй найти проход на нижний уровень. Thank you.
Я нашел спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Ты слышишь? О, знакомая рубашка. Эвелин? Да, точно ее. Добавим РТЛ, и все сойдет. Что за РТЛ? Блять. Похоже, СНАФ — это только вершина айсберга. А от этого эритритола ни у кого пена изо рта не пойдет. Иначе можно будет закрывать лавочку. Ты вообще понимаешь, что мы здесь готовим? Нам надо в коридор, вот за этой комнатой. Ты знаешь, сколько начальник получает за этот клан? А с этими что? Я могу их просто убрать, например. Делай, что хочешь, только быстрее. Да я видал, как он живет, ёпты. Ну, он же начальник. Ему так полагается. Он начальник, потому что на него куча хуесосов пашет ни за что. Хуесосов, как ты. Берите, кто там есть.
Витя, уходи оттуда. Наручники. Классика не стареет. Только это не пластиковые браслеты. Это сталь. Даже если ты пришел сюда сам, чтобы стать звездой, никаких гарантий, что ты отсюда выйдешь. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать.
Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чего добру пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их ни отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Можно не напрягаться? Что нам не приходится херачить весь день под дождем? Да уж, прямо невыносимая хуйня. Нет, бесит, что тут работают одни идиоты. Так дверь открыта, если выйдет... Пиздец тебе заставить! Я беру кровь.
где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Я тебя сам заводил. Смотрю, ты не боишься запариться. Подожди меня немного. Пошли искать. Жди нас. Я тебя в помойке скороню. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три! Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Ее можно переносить. У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Тебе трудно, что ли? Ну, хотя бы одну. Ради меня. Твои нежные легкие и так каждый день дышат свежим воздухом Найт-Сити. Хорош сиськи мять, закуривай. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли ад, чтобы торчать под дверью. А, плохо дело. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Почему ты на нее злишься?
Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого... Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Не, ну посмотри на нее. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Эвелин, очень тебя прошу, помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство. Можешь осмотреться, если хочешь. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Аллингер. Аллингер. Я этот... Лжил с меня... А если он... Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась.
Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать Вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. Вы, Леали, будьте ген резон манзету интеллижант по сапу дебьян. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском, раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорит с той стороны? Есть. Погоди секунду. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Ты пупая déjà allé? Oui, j'ai allé. Où tu gagnes raison, manzé tout intelligent pour ça, pour du bien. Où pensez manzé la fin de problème? Manzé pas engagé. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir, souillurer, non, pour que nous prenons chasse. Окей, Джуди, хватит. Ладно, отключаем. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер, и это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Спрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди.
Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому. Не знал, что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи я бы вообще не удивился.